Единый день озеленения пройдет в стране 19 октября. В планах высадить более 60 тысяч деревьев и кустарников. Экологическая инициатива – часть акции «Вместе для зеленой Беларуси», которая приурочена к году качества. Согласно экологическим нормам, уровень озеленения в городах должен быть не менее 40%. В большинстве населенных пунктов этот показатель уже выполнен, а в некоторых даже достигает 65%. Министерство по налогам и сборам напоминает об уплате единого имущественного платежа. Крайняя дата – 15 ноября. Внести средства можно через интернет-банкинг, в том числе в личном кабинете, через инфокиоск, в любом отделении банка или на почте. Особое внимание стоит уделить оплате через ЕРИП. При правильно выбранном пути введенной информации сумма высвечивается автоматически. В Бобруйском художественном музее сегодня в 17:00 пройдет открытие выставки Анатолия Концуба «Дорога домой». Вход платный – 2 рубля 10 копеек. Юбилейная выставка живописи и керамики приурочена к 75-летию художника. Насладиться творчеством можно будет до 16 декабря по адресу улицы Максима Горького, 28, с 10 утра до 7 вечера, выходные, понедельник, вторник. В Бобруйске заработают две новые электрозарядные станции, рассчитанные на 4 машиноместа. Это значит, что подзаряжаться одновременно смогут 4 авто. Установлены зеленые заправки на парковке у Дворца искусств вблизи улицы 50 лет в ЛКСМ. К слову, популярность электромобилей только растет. По Беларуси колесит уже порядка 15 тысяч авто с зелеными номерами. С целью обеспечения безопасности уязвимых участников дорожного движения с 18 по 21 октября госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Стань заметней в темноте». Помимо информационно-разъяснительной работы, сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением ПДД в темное время суток. В поле зрения инспекторов не только велосипедисты и пешеходы, но и водители, игнорирующие скоростные ограничения и правила проезда пешеходных переходов.